Всем привет, дорогие друзья, с вами Бесторник. И это, как вы можете догадаться, по названию видео, это, ну, я вам буду сегодня рассказывать о том, как же сделать батут в Minecraft Pocket Edition. Да и не только в Pocket Edition, на всех, ну, в любом Майнкрафте так получится сделать. Вот, смотрим, какая у нас конструкция тут. Я позже ее вам опишу, как сделать. Ставим сюда кнопку, нажимаем кнопку, ждем. И подлетаем. Как вы видите, мы улетели очень высоко. Вот, давайте я вам сейчас объясню, как же сделать, ну, такую пушку. Даже не пушку, а вот. Короче, как сделать такой батут. Для этого нам надо поставить рамку такую. 5 блоков в ширину и 7 блоков в длину. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Такую рамку мы полностью заполняем или обсидианом, или бедроком, без разницы. Или любым блоком, который не сломается от динамита. Так. Вот. Дальше мы ставим тут еще блок. Ну, короче, мы еще раз делаем заборчик из блока, из которого вы начали делать ваш батут. Далее берем и заполняем здесь все водой так, чтобы не было течения. Ой, это мы, я сейчас уберу, секундочку. Все убрал. Опять нам нужна будет кнопочка. Так, вот тут мы все заполнили. Как мы видим, течения нету. Вроде бы. Да, все, течения нету. В самый центр сюда вот ставим мы блок бедрока. И вот здесь вот мы все заполняем, практически все заполняем динамитом. Оставляем мы только вот эти вот два блока. Ну, оставляем их и не заполняем их динамитом. Так, вот тут мы вот мы все красной пылью вот, обделываем. Так, сюда вот ставим кнопочку. Нажимаем на кнопку, красная пыль активируется, мы ждем и подлетаем. Все, вот мы улетели. Давайте я вам покажу еще раз, как тут все сделать. Опять же, мы берем красную пыль, вот тут вот все. Ставим. Дальше у нас. Смотрим, что у нас все соединено было. Опять ставим вот тут вот. Эти блоки динамита. Ставим вот сюда вот кнопочку. Опять нажимаем, у нас все активируется, восстанавливаемся. И подлетаем. Так. И вот и на этом все. Я вам показал способ такой, как сделать одноразовый батут в Майнкрафте Pocket Edition и не только. Такой батут будет действовать только на версии Майнкрафта, в которой есть красный камень, который ставится вот так вот. Там в некоторых версиях он есть, но с ним ничего нельзя сделать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Без вашей подписки будет сложно продолжать снимать видео, потому что именно, может быть, вы будете нас провоцировать, ставить нам стимул для того, чтобы мы снимали новые видео. Рассказывайте про это видео друзьям. Всем спасибо, с вами был Мистер Ник. Всем удачи и всем пока.